Пешеходные и велосипедные маршруты для туристов появятся на Хехцире. Они соединят трассы горнолыжного комплекса с уникальными природными местами заповедника. Потенциальные экотропы уже разрабатывают специалисты. Подробности у Ульяны Крамаренко. Ой, какие вы красивенькие! Среди вековых деревьев и огромных муравейников совместную прогулку устроили сотрудники Большехехцирского заповедника и горнолыжного комплекса. Путь по лесу – потенциальная экотропа, которая может стать доступной для туристов. Требования к ней особые. Она должна быть безопасной, живописной и интересной. Специалисты на ходу продумывают путь и подмечают интересные детали. Так клен зеленокурый вполне может стать популярным объектом для селфи. Упало семечко, и вот он раз вырос. А земли-то не хватает больше. Он раз, его раз, пытается, пытается до земли дотянуться. Вниз вот до земли дотянулся, слава богу, укрепился, все, растет. Идея создать пешеходные маршруты для туристов появилась у сотрудников горнолыжного комплекса. Это один из первых шагов, чтобы сделать комплекс круглогодичным. Потенциал есть. По соседству Большехехцирский заповедник. Его уникальные природные места тоже должны стать частью туристических маршрутов. Туристические тропы мы предполагаем как пешие, так и с возможностью передвигаться на велосипедах. То есть специальные маршруты велосипедные, где люди смогут как на оборудованных, так и не оборудованных велосипедах подниматься наверх, ну и двигаться по специальным проложенным маршрутам. Экотропы подготовят для людей с разными физическими возможностями, но выходить на них можно будет только организованными группами. Помимо того, что люди будут видеть флору и фауну, нашу природу, мы закладываем туда информационную составляющую. То есть это история освоения земель Дальнего Востока, Хабаровского края и конкретно Хехцир, его окрестностей. Это быт тех жителей, которые здесь проживали. Маршрут проложен. По задумке на всей его протяженности будут созданы места отдыха и арт-объекты. Сейчас проект Хехцирских экотроп находится на рассмотрении в Минвосток России. Если проект согласуют, то первые туристы пройдут по этим маршрутам уже в 2027 году. Ульяна Крамаренко, телеканал «Губерния».